В этот день родились Уильям Фолкнер, американский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе. Первое большое признание Фолкнер получил после выхода романа «Шум и ярость». Однако произведения Фолкнера пользовались в основном успехом у критиков, а не у читателей, считаясь необычными и сложными. Кэтрин Зета-Джонс, британская актриса, лауреат премии «Оскар» и двух премий гильдии киноактеров США. Одна из знаменитых работ актрисы – роль в фильме «Легенда Зорро» с Антонио Бандерасом. Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса. Она сыграла много ролей в кино, среди которых образы в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина Красная».